И прежде чем мы начнем, хочу, чтобы вы обратили внимание на мой тренинг «Первые 100 тысяч рублей из интернета». Если вы еще не зарабатываете эти деньги и хотите научиться, то подключайтесь. Для этого просто нажмите на кнопочку «Бесплатно» на этом видео, либо вы можете найти все ссылки внизу в описании к этому видео. Так, Артем, это наступил 2016 год, первый день, 1 января. Как оно тебе? Блин, чтобы понять, как оно, просто посмотрите вокруг. Не знаю, как вам, мне очень нравится. Там, кстати, ребята, серфингисты на волну ловят. И желаю вам в 2016 году обязательно поймать вашу волну. Успех. Да. Поймать. Да, не только поймать, но еще и стоять. Еще раз, камеру. А, ну что, мы с Тёмычем вам желаем не только поймать свою волну успеха, но еще на ней устоять. Потому что успех такая штука шаткая. И надо приложить очень много усилий, во-первых, чтобы добиться его успеха, да, потому что прежде всего успех — это знание, мудрость какая-то, да. И когда вы что-то делаете такое, то что незыблемо, так скажем, да, должно быть. Хотя Бог его знает. Вот. И отключить страх. А? Отключить страх, да. Потому что мы все равно когда-нибудь умрем. Вот. А если вы будете бояться чего-то, то ну, вся жизнь пройдет в боязни. Поэтому не будьте боязливыми, будьте орлами, которые ничего не боятся, летят туда, куда им хочется. Вот. Ну и, соответственно, стойте на своей волне успеха твердо и серфите по жизни. Больше сказать мне нечего. Всем удачи. Это был Евгений Ванин, Артем Плешков. Да, вот посмотрите. Те люди, кто ловит волны, вы думаете, им не страшно? Но я думаю, им когда-то было страшно, но они сейчас перебороли страх. Поверьте мне, в бизнесе не так страшно, как поймать волну в настоящем океане. Потому что я еще ни разу этого не пробовал, но я чувствую, это больше страх, чем начать свой бизнес в интернете. Если можно, то его увидеть, то свой паренек. Видишь, хоп, она. Вообще красота.